враг незамеченным не пройдет, так как вчера буквально был обнаружен разведчик натовский. Сопровождали его, была работа, напряжение 4 часов мы работали по нему. Выдавали всю информацию на вышестоящий командный пункт. Место нахождения его и каким курсом, куда он уходил. Этот комплекс можно сравнить с космической станцией, с той лишь разницей, что находится не на околоземной орбите, а в арктической пустыне. Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки, НАТО, приступили к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей, что, констатирую, практически этого не было с времен послевоенных Второй мировой войны.